Хвойная красавица пошла в рост в парке Тысячелетия. Здесь собирают главную елку Казани. Ее рост составит 30 метров. В столице начались работы не только по созданию антуража. Сейчас формируются новогодние подарки. В детские сады и школы города они поступят на следующей неделе. Вес сладкого презента 600 граммов. Мармелад, шоколад и леденцы абсолютно бесплатно в этом году получат свыше 100 тысяч детей.